фрагмент будущей постановки «Узники времени». Девчонки, вставайте, пожалуйста, сюда. Вам доброе утро. Давайте знакомиться. Полина Петроченко и Ирина Шмыкова, солистский джаз-балета Валерия Терешкина. Держите этот прибор, называется микрофон для вас. Можете поздороваться. Здравствуйте, доброе утро всем. Скажите, 17 февраля мы знаем, что пройдет постановка «Узники времени». О чем она? Да, действительно, 17 февраля на сцене Большого зала Красноярской филармонии пройдет спектакль «Узники времени». Это повтор состоявшейся премьеры, которая прошла с большим успехом, поэтому решили ее повторить. Это спектакль, в первой части которого будет представлена история библейская. Это Адам и Ева, цари. А во второй части это «Один день из жизни человека». И каждый человек в своей жизни становится перед выбором. Ежедневно мы выбираем, что подумать, как поступить, как отнестись к тому или иному человеку. И мы олицетворяем противостояние добро и зло, вера, невера. Поэтому в конце спектакля перед каждым зрителем встанет вопрос, как поступить, что выбрать, что выберешь ты, что выберет твоя душа. Поэтому эту историю мы бы хотели вам рассказать. Именно хореографическим языком хотели бы рассказать. Такие глубокие философские темы. У меня такой вопрос. Вы сказали добро и зло, да, вера, не вера. Почему тогда добро и зло – это белое и красное, а не белое и черное, как принято? Ну, это такой штамм, стереотип, белое, черное, почему бы и нет? Почему бы не поменять черный цвет на красный, что смотрится намного ярче и эффектнее со сцены. А весь ли состав будет занят в этом спектакле? Да, конечно, в спектакле участвует весь состав свободного балета. Исполняют разные роли, очень интересные, очень разные. Вот поэтому будет очень интересно. Еще раз приглашайте, пожалуйста, наших всех телезрителей, когда будет эта постановка, когда на вас эта можно посмотреть. Это будет 17 февраля в 19:00. Большой зал Краевой Красноярской филармонии. Приходите, мы вас приглашаем. Да, добро пожаловать. Вам большое спасибо за то, что с утра пораньше приехали к нам. Мы же продолжим эфир.